Раз. Привет, друзья, привет. Вы даже не представляете, как мы рады сегодня здесь быть. И причем я особенно рад, потому что по каким-то причинам... Ничего, что я вообще тяну одеяло. Мне меньше работы. Ну? Продолжать? Ну, по определенным причинам группа МББ не могла в полном состоянии выступить, поэтому я сегодня в кругу таких молодых, талантливых ребят. Ребята, вы меня должны позавидовать. Я сам себе очень сильно завидую. Володя, кстати, мне сказал, что тоже. Музыкальные поздравления юбиляром от группы «Бордо». Как Сергей Борисович уже сказал, самые, наверное, молодые, но очень талантливые участники сегодняшнего мероприятия. Но самый юный, наверное, это Сергей Борисович. Я не побоюсь этого слова. Патриарх саранского рок-н-ролла. Спасибо, ребята. «Бордо» и «Муравьев». Спасибо. «Муравьев» и «Бордо». Для вас юбиляры. Спасибо. С днем рождения в кругу друзей. Hey, hey, hey.
Спасибо. Спасибо, как-то так. Извините, мы, как обычно, поем не на русском языке, поэтому... Но песни достаточно популярные, известные, поэтому... А где у нас Серег? А вот здесь вот вообще нет голосов. Раз, два, три. Вот сейчас появился. Диман, а ты? Ты слышишь? Раз, два, три. Ну все. Ну а теперь мы не можем без Битлз, как вы сами понимаете. Поэтому поем битловские песенки. Выбрали такие лирические песенки. Вот. Большие такие. Почти. Ну, так слышно гитара, а вот о том не слышно. Ну, ладно. Даю. This happened once before, when I came to your door, no reply. They said I wasn't you, but I saw you peek through your window. I saw the light. I know it is so mean, cause I don't get to see your face. I tried to telephone, they said you were not home. That's a lie, cause I know you would be. I saw you walking your door. I nearly died. Cause you walk hand in hand with another man in my place. If I were you, I'd realize that I love you more than any other guy. And I'm forgiving the lie that I heard before when you came. Tried to telephone, they said you were at home. That's a lie, cause I know you've been. I saw you walking your door. I nearly died,
Спасибо. 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 А теперь вот такое вот какое-то вдруг. Быстрое такое. Какое-то такое. Кто-то все-таки рискнет вот так как-то буги-буги потанцевать здесь. Серьезно? И наплевать на то, что струна лопнула. Поехали!
А теперь дедушка устал, побежки. Поэтому, ребята, вы трижды, причем. Поэтому, ребята, продолжат, с вашего позволения, они сейчас вам тоже объяснят, что такое Аргентина, там, что такое Ямайка и так далее.